Уважаемые участники 6-й сессии конференции, я на правах председателя хотел бы также поблагодарить всех вас за огромную работу, которую вы проделали в эти дни и проделали в традиционном для конференции духе товарищества, взаимодействия, поиска консенсуса. Вы приняли очень важное решение, в том числе упомянутые уважаемыми выступавшими, в частности, о продолжении обзора, что действительно дает определенные гарантии и становится залогом успешного применения Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в ближайшие годы и даже десятилетия. Я хотел бы поблагодарить исполнительного директора Федотова за его постоянное внимание к работе как этой сессии конференции, так и работе конференции в целом. Я думаю, что для всех нас было большой честью выслушать слова генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Я знаю, что господин Федотов в ближайшее время намерен информировать генерального секретаря об успешной работе завершившейся очередной сессии конференции. Хотел бы поблагодарить Национальный организационный комитет и российские власти, всех, кто был причастен к организации, обеспечению проведения данного мероприятия, администрацию Санкт-Петербурга, а также выставочный комплекс Ленэкспо, в котором мы все эти дни пребывали и работали. Для вашего сведения, наше мероприятие было последним мероприятием такого рода, которое проводится в этом комплексе. Они объявили о завершении практики проведения крупных конференций еще летом, но сделали исключение для нас и позволили нам поработать с учетом масштабности и значимости нашего форума. В дальнейшем конференции Ленэкспо будет проводить в новом комплексе на юге Санкт-Петербурга, так что те из вас, кто будут приезжать в дальнейшем на подобные встречи в Санкт-Петербург, скорее всего, будут работать уже там. Я с большим удовольствием хочу поблагодарить моих коллег по бюро конференции, которые проделали также огромную работу, в том числе в контексте неформальных консультаций. Хочу поблагодарить секретариат за без преувеличения титанические усилия, которыми они как предваряли работу нашей конференции, готовя ее повестку, готовя наполнение этой повестки, так и в ходе самой конференции, обеспечивая ее успешное развитие и завершение. Ну и в конце концов, самое главное, я хочу еще раз поблагодарить всех глав делегаций за огромный, очень полезный труд. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всех вас, высказавших слова поддержки, соболезнования в адрес Российской Федерации и родственников пострадавших в авиакатастрофе, которая произошла в прошлую субботу. Для нас было очень важно выслушать эти слова поддержки, потому что мы живем на одной достаточно маленькой и хрупкой планете, и мы должны быть вместе в горе и радости, тем более в тяжелых ситуациях, тем более в борьбе, сложном, комплексном, многообразном, многогранном явлением, которое ухудшает нашу жизнь таким, каким, безусловно, является коррупция. Надеюсь на то, что решение 6-й сессии конференции Организации Объединенных Наций против коррупции позволит эту работу продолжать и продолжать на новом качественном уровне. Ваше превосходительство, уважаемые дамы и господа, я еще раз благодарю вас за ваше терпение и объявляю о том, что 6-я сессия конференции Организации Объединенных Наций против коррупции в Санкт-Петербурге, Российская Федерация, завершает свою работу.